И всем привет, ребят! С вами я, Артрупер Эхо. Да, и как вы поняли, это распаковка, ну, можно сказать, недораспаковка посылки от моего друга, коллеги по Ютубу CNC Store. Да. Такие две фигурки, да. Мы сегодня их будем рассматривать во всех деталях. Там, ну, будем говорить, это хорошо или плохо, но я буду их оценивать, да. Я у него взял две фигурки. Бакару взял такого вот и обычного бойца. Вот опять. Я, да, кстати, вот этого обычного бойца я выиграл в конкурсе. Занял третье место там. Там было три места, но логично, в принципе. Там на первом месте был Арктрупер, а вот на втором был месте, то есть Арктрупер по Battlefront, а вот на втором месте командир Фокс был. А на третьем такой вот боец как раз. То есть я, можно сказать, выиграл третье место за ним, я получил такую вот фигурку. А Бакару я купил у него, да. Кстати, я опять же оживлю цену, которую я отдал за эти фигурки. Но, да, опять же, мне, в принципе, я их уже открывал, мне, в принципе, эти фигурки понравились. Но я не буду пока ничего, то есть... И просто вы сами все увидите, как эти фигурки выглядят. Давайте, наверное, начнем с обычного бойца, которого я выиграл в конкурсе. Так, вы посмотрели распаковку этой фигурки, и давайте я приступим, ну, на сам ее обзор. Так, это получается обычный боец, просто беленький, да. Сразу скажу, что он мне понравился, выполнен, да. Он, кстати, вооружен DC-15S. Так, давайте начнем с того, что принты 30-60 градусов. И еще это, кстати, ручная работа, так что тут какие-то неровности быть. Так что это, ну, это человеческая рука, логично. Компьютер все точно печатает, а вот человек, ну, пишет как-то, ну, не точно. То есть он не может там, он тут неаккуратно, если тут тип, тут неаккуратно, тут вот. Но это даже не ошибка, это просто человек же не компьютер, так что у него, можно так сказать, небольшая неаккуратность. То есть, ну, компьютер все ровно, а тут немного может кривовато быть. Но тут все хорошо сделано. Тут вообще мельчайшие. Да, кстати, опять же, свет барахлит, не обращает внимания. Да. Так. Вот такой вот уклон. Давайте я его покручу еще раз. Давайте я сниму шлем, и, ну да, под лицом у нас просто лицо обычного клона. Такого вот шлем, кстати, шлем мне понравился, как сделан. Хотя я тоже делал кастом просто обычного беленького бойца. Кстати, будет, наверное, сравнение на канале, только там, только сравнение, но там еще что-то будет. Может быть, в влоге, посмотрим, в общем. Да, то есть, ну что еще, вот такой вот клон, в принципе. То есть, не могу ничего сказать. Опять, в принципе, 360 градусов, такое лицо просто отличное клонское. Ну и шлем надеваем. И вот наш клон готов в бой. Давайте перейдем к вишенке этой недораспаковки. Это Бакара. Так, вы посмотрели распаковку нашей фигурочки. И давайте теперь перейдем к ней рассмотрим. Опять же, Бакара ничем не отличается от обычного солдата. Тело, ну и такие же. Да, и кстати, я заметил, тут вот такие вот неаккуратности есть. И я понял, что это специально сделано, типа это потертость какие-то. Кстати, правильно сделано, я такое даже уважаю. Да, потому что... Ну, вот на этом, например, бойце. Сейчас фокус.
не было никаких потертостей, а вот на этом, ну, на бокале есть, хорошо. Так, он опять же DC-15S вооружен, и опять же шлем мне очень сильно нравится. Дико нравится, кстати, он, его краска переливается. Кстати, он уникальный шлем. Никакого клона больше нет его. Опять же, камы, такая вот, такой вот элемент, такой вот поясочек, мне нравится. И можно вот, вот сделать вот так. Вот так вот, и это будет мини-наплечник, можно так сказать. Да, кстати, голова не снимается, потому что тут вот прорезь, и она приклеена, я думаю. Это, кстати, правильно даже сделано, потому что там черные глаза просто. Но тут вот видно человеческое. Это, не знаю даже, неплохо. Ну, это неправильно, конечно же, но тут просто другого не было выбора, да. Опять же, принято 36 градусов. И, ну, такого вот бакара. И давайте подведем итоги этой распаковочки. Итог того, что мне эти фигурки понравились. То есть, ну, реально, они крутые. И они пополнены в армию. То есть, высшие бойцы всегда пригодятся. Всегда. То есть, можно с любым читаем его использовать. Так что, да, нормально. А Бакара нужен просто в 21-м корпусе был, потому что у меня в 21-м есть все, кроме Бакары. То есть Кианди-Мунди, там, галактические пехотинцы. Вот только нет, чем прикол, вот только ну, Бакары не было. Вот сейчас появился. То есть этот вот закупка фигурками, можно сказать, полезная, очень даже полезная. Для меня, да, и, ну да, мне, в принципе, понравилось, реально. Кстати, я у него лично забирала, если что. Давайте, наверное, на это, наверное. Все. Подписывайтесь на канал, это нужно, кстати, у нас уже 15 подписчиков. Это хорошо, то есть уже только 4 ролика, если кстати, что это 4, это достаточно хороший результат, а то, да, не знаю, да. То есть ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, там колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы, которые будут так часто теперь выходить, потому что, ну, учеба там, понимаете. А, да, и, ну, и всем пока. Да пребудет с вами сила!